Добрый день, сегодня мы поиграем снова в CSGO на дэтматче на карте Инферно. Ну что же, поехали. Ну вот мы уже загрузились, и бой в самом разгаре. Здесь прям противники появляются на каждом шагу. Не дают нам расслабиться. И первое оружие, которое мне попалось, это М4А1С, если вы видите. У нас карта Инферно. И давайте я занял вот эту вот интересную точку. Правда, здесь никого пока я не вижу из противников. У нас дэтмач. Изначально... Изначально я хотел поиграть на каком-нибудь подрыве и загрузился на карту второй. Пыль вторая. Там есть у нас РП где-то. Хватает нам патронов. Ну ладно. Берем М4А4. Ну так вот. И в общем, враги как будто рисуются где-то рядом, но того не вижу. Ну вот, и зашел я на второй, чуть-чуть поиграл, а далее сменилась карта. Ну и... Значит, пришлось поиграть на Инферно. Ну, что могу сказать. С этим М4А4, конечно же, справляться не так-то сложно. Отдачу просто нужно гасить вниз. Я так поиграл с ней, посмотрел. Но главное, чтобы противник желательно стоял на месте. То есть вы находитесь на его голову, а далее идете строго вниз. Но часто бывает у меня косость небольшая. И часто еще противники двигаются из стороны в сторону, поэтому мне еще сложнее в них попасть. Да. Так. Ну. Что-то я никого не слышу. Может быть здесь. Ну, можно здесь посидеть слегка, потому что эта мясорубка, она такая странная. Здесь противник появляется на каждом углу, причем у него нету трехсекундного бессмертия или какого-то там начального бессмертия. Он сразу начинает стрелять. Или вы его, ну, и вы его тоже можете убить сразу. Да, здесь у нас... Я ничего не слышу. Почему-то куда-то враги от нас убежали. Ну, ничего, я думаю, мы справимся. Курочки тут ходят, надо, наверное, потихоньку их... Ой, мне в голову попал. Надо, наверное, потихоньку отсюда выходить. Раз здесь ничего интересного. Либо отстаивать эту точку до конца. Что у нас тут? Кто-то... Ой, это опять этот чувак, которого я только что убил. Он уже вместе появился. Там наверху вроде кто-то был. Давай. Рандом. Я призвал рандом, и он сделал свое дело. Ну... Отлично. Еще лучше. Здесь, кстати говоря, в кустиках можно присесть и подождать, пока выбежит дикий зверь. И мы его тут же набьем. О, опять этот Рангар. Рагнар. Ну что же, я предлагаю, может быть, посидеть, либо подняться наверх. Да, можно. Звуки, как будто кто-то здесь рядом появляется все время. Двигаемся с шифтом. И идем на балкончик. Ага. Везде где-то стрельба, но нам пока никто не появляется. Вот. Мы делаем минус.
Отлично, кто-то идет. Ну, конечно, можно сказать, что я где-то подкрысиваю, но... Да, конечно же, это так. Но все-таки... Идти в открытую на людей и рассчитывать на удачу, появится ли кто-нибудь его за спиной или нет, это, конечно, не вариант. Давайте-ка возьмем калаш, что ли. Отлично. Вот. То есть, это такой режим игры, где тебе либо везет, либо нет. Да, конечно, большинство зависит от меткости вашей, но все равно от вас не зависит то, где появится противник. Вы можете быть не готовы, никакая реакция вам не поможет. Вы даже можете его не услышать. Он просто появляется у вас за спиной и начинает долбить. Ставим им в качан. Минус 3. Четвертый засранец не дался. Ну ладно. И вот звуки так ощущение. Да, здесь кто-то появился. Но вот опять. Звуки, как будто кто-то здесь рядом появляется. Ну, кстати. Эмочка наша, любимая всеми в предыдущих версиях игры. Ну, 1.6 соус. Мне кажется, она здесь уже не та. М4-1С, которая глушителем. Потому что... Смотрите-ка, кто-то... Я получил поддержку. Ну, ладно. Потому что... Кто-то здесь вроде появился, но это звуки на респе, потому что мы находимся, наверное. Потому что у М-очки всего 60 патрон, ну, в сумме. А у М4А4, которая без глушителя, у нее в 2 раза больше патрон. Везде. Ну, то есть... На 10 больше в обойме и на 30, по-моему, в запасе. Ну, в общем, в сумме у... А, нет, по-моему, в сумме у М4А1 40, нет, 60, по-моему, или 60, или 90, а у М4А4 там 120. Ну, ладно, не суть. Так. Отлично, мы Да, неправильно было мое действие начать перестреливаться. Теперь он снял мне... О, мы ему какой... Зажбланили мы ему голову. И... Давайте посмотрим, может быть... Отлично. Может быть, вот здесь очень опасно стоять. Да вообще, это опасная игра. Я, конечно, понимаю, многие не любят, когда кто-то сидит на месте и крысит, но охота же чуть-чуть поиграть, да, нормально, понастреливать, так сказать. И тут со всех сторон меня, походу, окружают, и наверху, и сзади еще кто-то топает. Вон тень я видел. И слева, по-моему, да? Ну-ка. Да. Блин, еще наверху еще кто-то, по-моему. Да, я был прав. Ну ладно, займем вот это вот... Не получилось. Ну, про что я и говорил. По-моему, даже он был там. Вот противник... Ух ты, как зашло. Противник просто... Он просто услышал, что я появился. И решил посмотреть с балкончика, что... Что там у нас? Ну, попробуем сейчас кого-нибудь еще понастреливать. Каких-нибудь перчиков, но... Не знаю, не знаю. Да, не получается. Но... Вот, этому зашло нормально так. Отлично, этому тоже. В этом домике не вариант стоять, потому что за холодильником не спрячешься, а здесь могут выйти. Ну, хотя, нормально. Оружие самое лучшее. У меня, ну, буду играть... Наверное, буду играть с самыми лучшими. Ну, то есть, с теми, с которыми играют основное большинство. Это АК. 10 хп. Ну, все замечательно. Итак, нам нужно где-то засесть. И, по-моему, здесь за какой-то фраг дают хп. Мы можем... У нас может быть небольшой выигрыш. Если мы кого-то убьем, и нам дадут за это... Немножечко еще пожить, поиграть.
хотя бы чуть-чуть. Так, ну. Я слышу, кто-то ходит, но боюсь высунуться. Потому что одна пулька, и я в нокауте. Если можно так сказать, гранату. Может, кто-то решит сюда зайти. Я его здесь под... Ух ты. Так, ну мне хп... Дали. 3. Минус 3, смотрите, мне сначала ничего не дали, потом мне дали 25, а, нет, 15 хп, а потом... Потом, по-моему, сколько дали-то? По-моему, 20. Или... Сколько мне... А, или 15 тоже хп мне дали. Ну ладно. Уже 50 настреляли, смотрите, как круто. Еще парочку фрагов, и, может быть, у нас полностью восстановится здоровье, но... Это еще на словах. А так нужно отстаивать свою точку. Потому что... Может быть, игроков-то не очень много, но... Они очень быстро появляются. И... Не знаю, стоит ли нам вообще выходить. Хм. Я даже не видела, что там такой прострельчик крутой есть. Так... Где он тут меня... А, вот тут он меня, наверное, прострелил, да? Так. Кто тут гранатами раскидывается, а? Так, все, все. Слушай, кто-то идет, нет? Да. С АВП. Ну, да, иногда, конечно, везет, когда кто-то против тебя с АВП. Это очень круто. Потому что они... У них меньше шансов. Опять кто-то здесь появляется и... По-моему, уже знают, что я здесь. Потому что они проверили гранаткой. Посмотрим. Обычно здесь любят посидеть ребятки. Да. Ой, как повезло-то. Да, не повезло. Ну ладно. Опа, это опять тот чувак, который только что убил. Здорово. Да, я даже не успевал прицелиться. Ну, вроде в голову целился. Ну ладно. Так, давайте посмотрим, что бы еще интересное здесь. Где еще можно посидеть, либо просто идти рашить с калашом. Но есть дедматчи, где патроны... прибавляется после каждого убийства. Сейчас что-то произошло непонятно. Ну ладно. Кто? Да, вот видите, про что я говорил, противник двигался в разные стороны, а я просто сел. И он меня чикнул. Характерный звук говорит нам о том, что мы попали в план. Ну вот, собственно. Вроде слышал, но не понял, где кто появился. Ну, а патрончики у нас... Да-да-да, вот здесь у нас сама пэш. Думаю, здесь нам тоже стоит посидеть. Попробовать, но... Как вы видели уже, мы... Так, что-то я хотел интересное сказать, ну ладно. Давайте кинем гранатку и... Посмотрим... из этого выйти. Ну, что, это не вышло? О, отлично. А, даже не мы его убили. Ну, значит, там где-то АВП сидит. Непонятно где, правда. Даже не знаю, откуда... А, может, над нами здесь, справа? Да, кто-то тут ходит. Ну-ка. Да, вот, скорее всего... Ух, как круто зашло ему. Смотрите, мне поддержку тоже написали. Ноусы. Гранатой. Интересно иногда посмотреть. Наверху... На верхнее табло... Первый. Так, опять АВП. И где-то он, видимо, сидит. А, вон он. Ну ладно, не хочу высовываться. Давайте здесь посидим. Так. Харе, харе. Это остановка была случайная. Да, вот так вот опасненько перестреливаться. Ну... так насчет противника, который двигается в разные стороны. Да,
стоит тоже либо метко, либо удачно сесть и метко попасть в голову или куда-то метиться, целиться, либо вам тоже придется порассчитывать слегка на рандом, да, и двигаться также в разные стороны. Но, конечно же, самый лучший вариант — это сесть. Да-да-да, что и следовало ожидать. Самый лучший вариант — это сесть. Зашло. Прицелиться в голову и начать стрелять вниз. Просто часто бывает паника, вдруг это авапер, который... Там даже вы прицелиться, даже стрелять не успеете, но... Это молниеносно, должна быть реакция, которая не всегда у меня есть. Давайте возьмем АВП, посмотрим, что из этого выйдет. Это я дохнуть стал. Наверное, заболтался, ладно. Вот, прям в тыкву ему зарядили. Ждем следующего перчика, ну-ка. Вот тут интересная, опасненькая позиция. Ой, сзади еще. Ну ладно. Опасная была позиция, потому что со всех сторон могли выйти, просто неожиданно. Я даже прицелиться бы не успел. Ладно, может быть, что-то интересное получится из игры с АВП. Вот я не знаю, заметил, что здесь не все оружие есть. Ну, то есть, либо рандомный, либо самим нельзя, например, выбрать петуха какого-нибудь или там еще что-нибудь, какой-нибудь пулемет. Пулеметы можно, но петуха точно, наверное, нет. А ведь петушок-то не такой плохой. У него достаточно интересная датчика, которую только вниз надо тянуть. Так, и... Ой! Я думаю, за катушку спрятался. Ну ладно. Так, кто там? Ой, как зашло хорошо, да? Заметили? Ну, выходи. Ой-ой-ой. Был небольшой лаг. Ну, выпрыгнуть. Я высанул, согласен. А вот сейчас попал. Причем голову очень круто. Да, бывает. Не зашло. Да, немного неправильно сделал. Но я присел. Ну, кстати, отличный способ увернуться от пули — это просто сесть. Противник же целится вверх, сейчас тело вроде бы. По сути, рассчитывать попасть. Да, лучшим вариантом надо было тоже достать свое оружие ближнего боя. Отлично. И вижу в чате знакомые ники, которых я практически часто убиваю, мочу. Так, ну у нас 20 хп. Ну, конечно же, есть шанс, если мы сейчас кого-нибудь минусанем, у нас должно прибавиться немножечко здоровья. Ну, желающие есть? Нет, походу нет. Ну, ладно. О, отлично, 35 хп. Конечно, не круто. Да-да-да. Запаниковал, надо было. Ну да, в движении быстро сел. О! На крышу нельзя залезть. И кто-то где-то... Ну-ка. А, вон он. Эй, да как не попал-то? Эй, что это было? Ребят, что за фигня? Смотрите. Стоп-кадр сейчас сделаем. Значит так, нацеливаюсь на противника. Стоп-кадр. Затем делаю выстрел. Ну... последняя жизнь персонажа и нет фрага. Чё за фигня? Ну, где все? Где друзья? Посмотрим. Ну, вот и хорошо ему так залетело. Пусть... Отлично. Делаем минус. Далее промахиваемся и опять промахиваемся. Долго что-то я гуляю уже, никого не могу найти. Ой, почему не было выстрела? Как хорошо ему залетело, да? Мимо. Попал. Идеально. Так. Ну, хорошая точка. Здесь можно
прослушивать шаги сзади, а так смотреть только вперед. Но, правда, вот этом вот рядом с мешками с этими и вот этой вот тележкой могут появиться игроки. Но это немного опасно. Ну, хотя они... Ой, высоко зашло. А так бы попал, кстати, если бы не так высоко. Ну, Грен, ну ладно. Хотя игроки, которые появляются не так... Как сказать? Они безоружные. Правильно? Потому что им еще нужно время закупиться, ну... Либо купить предыдущее оружие. Я думаю, на это все равно должно быть время. Но если они мастерски владеют пистолетом, тогда... Будет гораздо опаснее. Ладно. Опа, кто-то где-то появился. По-моему, со всех... всех сторон что-то появляется. Так, мимо. Тоже мимо. Ну ладно, давай. А то здесь попал. А тот чувак, походу, не видел, откуда сделал выстрел. И я. Добрым утром. Не вижу ребяток пока что. Может быть. Повезло. Нет, не повезло. Это был мега скилл. Ну что это такое вообще? Ладно, идем тогда. Блин, такое ощущение, кто-то где-то появляется. Ну ладно, ничего страшного. Переживем. Я минусанул сначала первый. Хм. Ну вот опять. Стоп-кадр. Прицел четко на противника. Ну, где мой фраг? Ну, видите, мне даже поддержку написали. Что? Опять какие-то баги? Ну вот, собственно, небольшое видео по Counter-Strike Global Offensive. Deathmatch, карта Inferno. Ну, в принципе, как-то так. Конечно же, на здесь требуется... Наверное, даже не требуется, необходимо сказать, что... Это такой режим, мне кажется, для разминки перед игрой, где можно восстановить небольшую реакцию и прочее-прочее. Ну, лично для меня. Но зашел я на нее чисто, говорю, случайно. Хотел играть какой-нибудь подрывчик на Дедасте, но получилось так, что зашел на Deathmatch. Ну, и думаю, чтобы не записать, тем более такого видео не было. А так, в таком режиме можно пожелать немножечко везения. Как было у меня в этом видео, были некоторые интересные моменты, а также некоторые баги, если можно так сказать, с исчезанием пуль, либо небольшой кривостью АВП. А так, побольше везения и удачи.